Всем привет! В этом видео вы узнаете, сколько примагемовой молитвы вы сможете накопить за вторую половину обновления 3.7 на Кадзуху, Альхайтама или другие грядущие баннеры. Всем приятного просмотра! Уже показали почти всех персонажей Фонтейна. Их модельки можно посмотреть в нашем телеграме. А это видео поможет вам накопить примагемы. Вторая половина обновления 3.7 начнется уже 13 июня. Состав баннеров показан на экране и продлится 21 день. Выполняя ежедневки, за это время можно получить 1260 примагемов. Два оставшихся события по 420 гемов каждое добавят 840 камней истока в сумме. Также уже относительно скоро пройдет стрим разработчиков, где игрокам выдадут временные промокоды на 300 примагемов в сумме, которые истекают через 16 часов. В нашем телеграме вы точно их не пропустите. Ссылка в описании. А в телеге по старой рейву появилось много геймплеев новых персонажей и два новых промокода. Бездна успеет обновиться два раза, а это 1200 камней истока, если вы ее закрываете. Пробные забеги Кадзухи и Альхайтама добавят 40 гемов и ежедневные отметки на Хуэлл 60. Внезапные веб-ивенты около 120 примагемов. И магазин Пайман успеет обновиться еще один раз. А это 5 ивентовых и 5 стандартных круток. Итого, в сумме получается 3820 примагемов, 5 ивентовых и 5 стандартных круток. А если перевести все это в переплетающиеся судьбы, то получится 28 молитв. Напишите в комментариях, на каких персонажей вы сейчас копите. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!